понятно, почему Бажен сейчас стартовал в первую. Это три ключевые вещи. Это наличие кооперативной технологии потенциально, которые можно привлечь для разработки Бажен-Аббасского комплекса, появление закона о налоговых льготах и, по сути, инициация этой темы на уровне, на базе того, что добыча традиционных запасов постепенно снижается. Важно сказать, что для себя, для «Газпромнефти» мы выработали, как вот уже сказал Алексей Александрович, определенное видение, определенную стратегию в этом направлении. Ключевой вещью здесь является то, что мы провели, как только начали заниматься этой темой, я сразу скажу, мы начали заниматься ей не так давно. На самом деле, в конце 2013 года мы инициировали все эти изменения структурные в компании «Газпромнефти», и только к этому, с этого момента стартовали этот проект. Тем не менее, регионально мы в течение этого года еще раз внимательно пересмотрели ресурсную базу, провели региональную оценку, чуть позже остановлюсь, каким образом мы это сделали. Для себя рассмотрели 4 потенциальных зоны роста в районах, в регионах нашего присутствия, в территориях МАО и ЯНАО, выделив Баженовский комплекс как 3 возможные опции по развитию. Первое – это Бажен. Дополнение, когда Бажен может быть дополнительным ресурсом или апсайдом проекта на текущих месторождениях с развитой инфраструктурой. Бажен основа – это когда Бажен может выступать, по сути, локомотивом для новых геологоразведочных участков по каким-то причинам инфраструктурным или с точки зрения качества традиционных запасов, разработка которых или вовлечение в разработку является на текущий момент нерентабельным.